Ровно 53 года назад наш земляк Андриан Николаев отправился в космос. Уже в третий раз в нашей республике празднуют День космической славы Чувашии. Мероприятие проходит возле памятника герою на улице Калинина. Дважды герой Советского Союза. Этот человек – пример для многих поколений. В СССР он был третьим человеком, побывавшим на орбите. В 1962 году Андриан Николаев стал участником первого многосуточного полета и первого группового полета космических кораблей. Главная задача – военный эксперимент. «Восток-4» Павла Поповича играл роль перехватчика спутника, а «Восток-3» Андриана Николаева – роль цели. В этом же полете впервые была опробована радиосвязь между экипажами. Чтобы мы знали, что мы именно заслуга наших первых космонавтов стоит в том, что они впервые проложили дорогу по неизведанной трассе. В этот день ветераны космонавтики встречаются возле памятника Николаеву. Его подвиг будут помнить долго. Ведь не у каждого народа есть свой покоритель космоса. А наш Андриан Григорьевич даже дважды герой. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика.